Всем привет, я в магазине «Одна цена», все по 49 рублей. Город Орск, строители 3. Давайте посмотрим ассортимент и новинки. Привезли ватные палочки с деревянными ручками. Скорее всего, это бамбук. Маски для лица. Две штуки по 49, по-моему. Ресницы. Ватные диски. Очки, по-моему, с простыми стеклами. Зубная паста, жемчуг, фторадент, крема детские, защитный, питательный, увлажняющий. Крем для рук, увлажняющий, питательный, омолаживающий. Полезная ботаника, фитокрем для ног, от натоптышей и против трещин. Еще один целебные травы для ног. А это крем после бритья с витамином и с ментолом. Лесная поляна, крем для тела. Есть еще и лосьон для тела, интенсивное питание, а крем увлажняющий. Гель-пена детская, принцесса. В светофоре это дороже. Здесь дешевле. Шампунь «Прелесть Био» по 49 и мыло «Жидкая прелесть» по 49. Только шампунь 500 мл, а мыло 1 литр. Очень много мыла туалетного. «Я родился», хвойное, вот такое детское мыло. Туалетное и для стирки. Мыло хозяйственное, белое. Две штуки по 49 рублей по акции идет. Чистящее средство «Содоэффект Чистин» по 49. Такой «Содоэффект» «Пемаксоль», «Биолан», «Пемакс». Все это по 49. Очень много сланцев. Вот такие, даже добротные. Это 59 рублей. Вы знаете, как они хорошо смотрятся? Они такие... Не такие вот слабенькие, а прям конкретные. Сковороды есть. Сковорода черная, 14 сантиметров. Сделана в Китае. Есть побольше вот такая. Есть это побольше черная, 199 рублей. И побольше тоже 149. Ой, 199. Контейнеры. Есть две штуки 49, а есть одна побольше 49. Контейнеров здесь тоже очень много. Ланчбоксы, подносы побольше, поменьше, и все 49. Губки по 49 рублей. Здесь 10 штук. Различные тряпочки отличные. Гибкая доска. Практично, удобно, гигиенично. Тоже 49. Коврик в раковину антискользящий. Ножницы. Скребок для чистки. И терка для корейской морковки. Консервы. Килька, сардинелла, сельдь и шпроты. Все по 49. Хит продаж. Это вафли с вареной сгущенкой. Кукурузные палочки, макаронные изделия Феллини. Смотрите, какие бантики, завитки. Это буковки. Спагетти есть. И там и гнезда, и ракушки огромные, куда можно мясо накладывать. Гнезда есть, лапша и вермишелька. А, смотрите, какие огромные завитки. Так, а теперь товар, который подороже. Вот здесь хит продаж. Вот такой, вот такая мойка высокого давления. Уже опробовали, можно и деревья опрыскивать, и машину мыть. Отличная вещь. Стоит 1600 рублей.
на аккумуляторе. Это пила цепная аккумуляторная 1500. Как много всего интересного здесь. Пылесос 1500. И смотрите, какое надувное кресло. Кресло с пуфиком. Вот какой пуфик. Его надули здесь. И такое же кресло. Ну вот еще стул туристический складной со спинкой. 600 рублей. 599. Столики. Стол для ноутбука складной. А вот и побольше барбекю. Решетка. 300 рублей. Лови момент. А вот стульчик, помните, такой в рекламе был? Стул титан для ванны. 1500. А это комплект. Аппликатор Кузнецова. Вот для шеи и для спины. 800 рублей. 799. Банки аккумуляторные, массажные. 300 рублей. Вот смотрите, есть здесь вот сам насос. И вот здесь есть инструкция, где можно делать массаж. Смотрите, какие пришли закаточные машины для консервации. 449 рублей. Такие, знаете, тяжелые, добротные. Куредмаш. Наши отечественные. Крышки также пришли. Так что у кого нет, присмотритесь. Дошли мы до посуды. Все по 49 рублей. Стаканы. Кружки. Кружки фламинго. Такие кружки с крышками. Салатник. Все тоже по 49. Тарелочки. Красивые есть тарелки. Смотрите, какие тарелочки. 149 рублей. Есть и стеклянные, прозрачные. Это вазы. Вот все по 49. Опять вернулись к этой цене. Вот увидела какая-то. 99 рублей. Красивый салатник или пиала. Нет, не написано здесь. А вот здесь. Ага. Супница с рисунком. Все написано, просто читать надо. Вот еще какая. Тоже супница. И вот эта прозрачная. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.